Ну что, хочу поприветствовать всех своих зрителей. Сегодня мы снимем и проследим за месяц, может быть, полтора, как развиваются бройлеры и цыплята тоскосельской курочки. У нас здесь 9 бройлеров, им неделя, и 4 или 5 тоскосельских цыплят, которые буквально на один день, может быть, постарше, а то и два, чем бройлеры. Ну, вот. Вот видите, вот это бройлеры недельные. А где царскосельские у нас? А вот с крылышками цветными. Вот это царскосельские курочки. Или петушки. Вот видите, он один. Вот там еще есть. Сейчас мы попробуем их взвесить. Вот берем 5 буквально первого цыпленка бройлерного и ставим на весы. Вот у нас получается 185 грамм. Это бройлер. Ну, можем еще одного взять, какого-нибудь поймать для чистоты эксперимента. Ну, опаньки, убежал. Где он у нас? Вот. Ставим. Вот, видим. 200 грамм. Цыплятам ровно неделя. Я их взял суточными в прошлое воскресенье. Сегодня у нас 2 февраля. Так, ну сейчас попробуем царскосельских. Вот, берем царскосельского цыпленка. Тихо. Это не так просто. Сразу они более шустрые. Вот, видим, царскосельский цыпленок весит ровно в 2 раза меньше пока, 98 грамм. Это при том, что это довольно крупные куры, они больше даже не мясо-яичные, с таким мясным направлением. Петухи вырастают крупные. Ну, сейчас мы еще одного царскосельского возьмем и еще взвесим. И посмотрим. Вот 104 грамма. Это тоже царскосельский. Вот видно, да, что крылышки у него цветные. Ну, он отличается по цвету. Ну, теперь мы продолжим эксперимент через недельку. Также в воскресенье снимем и посмотрим, как они вырастут за неделю. Надо было, наверное, конечно, снять их суточными, но что-то у меня не сложилось. Ну, кому интересно, можете подписываться, ставить лайки. Всем удачи!